Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами опять подкаст «Радио Уроды». И два неизменных ведущих – это Роман Дастер и Павел Пролапс. Да, сегодня, к сожалению, Дениса Шейха нет. Может, к счастью. Может, и к счастью, да, на самом деле. Ну, потому что он прячется в бункере, сами понимаете, какие сейчас события происходят. Да, ну... Ну и мы, скажем так, не дома сейчас, если кто-то нас слушает, да, из военкомов. Если... Мы... Да, мы не дома. Мы не дома. Мы не дома по такому адресу. Так что не ищите нас дома. Да, мы в бункере. Да нет, на самом деле, все нормально, мы здесь, так как и всегда в России. В бункере, да? Только в бункере. Да. Кстати, интересная, да, интересная тема бункер. Бункер как раз, наверное, понадобился бы людям, которые погибли в истории, которую мы сегодня будем обсуждать. И сегодня у нас... Да, сегодня у нас, мы так скажем, пятая или шестая попытка все-таки записать подкаст про теории заговора. И мы, наверное, начнем с небольших таких, знаете, теорий. Наверное, у нас будут получасовые 40-минутные выпуски. И потихонечку мы будем разгоняться, скажем так, входить вот в эту заговорную, скажем так, колею. Да, ну, ребят, читаем ваши комментарии. Наконец-то некоторые люди, я так понял, с комментариев дождались этого выпуска. Я вас поздравляю, в первую очередь, нас, самих, да? Да. Потому что мы уже пятый раз записываем. Если, конечно, он выйдет, да. Да. Ну и, соответственно, вас, и с удовольствием слушайте, и сами мы с удовольствием пообсуждаем эту тему. Да. Так, Паш, у нас какие-то две темы, да? Две, а может быть и три, посмотрим. Угу. Но первая тема, о которой бы я хотел рассказать, это эффект Нельсона Манделы. Это очень интересная теория. Эйфория Нельсона Манделы. Эффект Нельсона Манделы. Короче... Да, давай, это кто такой вообще Нельсон Мандела? Нельсон Мандела – это государственный деятель. Президент ЮАР с 99 года, но это по Википедии. А что произошло в 2013 году? В 2013 году большое количество людей в интернете начало обсуждать смерть политического и государственного деятеля Нельсона Манделы. Даже некоторые вроде были связаны митинги с этим. Потому что люди, которые начали это обсуждать, выходить на митинги, они были убеждены, что политик скончался в 80-х годах в тюрьме. Кроме, они, ну, кроме того, они даже вспоминали вот эти выпуски новостей, как они смотрели о его смерти. Вот. И самый прикол, что как бы в действительности Нельсон Мандела, он был в 90-м году освобожден, а скончался в 2013 году. И вот как бы для объяснения вот этого коллективного, скажем так, диссонанса в обществе, то есть одна часть думает, что вот он умер в 80-м году, другая часть думает, что он умер в 2013-м, а ученые, а именно Фиона Брум, назвала этот эффект эффектом Манделы. Вот. И как бы люди, когда вот этот эффект охарактеризовали, люди начали замечать вот этот эффект, проявление эффекта в разных культурологических... скажем так, явлениях. Ну вот. Да, и то есть там и в песнях, и в фильмах, да, мы это замечали. Да. И высказывания тоже президента, да, мы вернемся к этому, отдельно поговорим. К этому. Да, отдельно поговорим. Вообще интересно, да, почему до этого момента, знаешь, для меня вот этот эффект Манделы, он сравним как бы с эффектом дежавю, да, то есть есть такой эффект, мы, никто его не может объяснить. Вроде как по теории мы, когда рождаемся, ребенок, он не осознавая, видит все свое будущее, да, всю свою жизнь, и в какие-то моменты мозг вспоминает такой, ага, я тут был, ага, я это делал, как будто я это видел. То же самое, но это уже давно. Ну, я про такую теорию, конечно, не слышал. А, ну, это вот одна из теорий дежавю, то есть, почему, да, вот ты заходишь в комнату, и там, ой, я как будто здесь был, я видел, знаю, что, где что лежит. То же самое и с Манделой, то есть, но почему-то этот эффект... о нем заговорили сравнительно недавно. Почему-то ну, до этого его не было. Потому что его охарактеризовали именно, потому что это был очень громкий случай, исторический. Потому что представь себе, часть людей, она просто вышли на большие митинги. То, что вы нам врете, они говорили. Это вообще, да. Это... Вы нам врете о смерти Нельсона Манделы. Как он мог умереть в 2013-м, если он умер в 80-х годах в тюрьме? Именно. То есть, это такая фигура, понимаешь, ну как бы она... Ну да, она значимая, значимая. Да, в истории человечества. И то есть, ладно бы это 1, 2, 3 человека, может, небольшая группа, но когда большое количество такого людей, то есть это, ну, это в голове не представляется, как можно... То есть перепрограммировать, да, перепрограммировать мозг, перепрограммировать, да. Знаешь,
Когда я вот вообще вникал, у меня первая мысль была, я же сторонник мультивселенных, да? Вот, да. Это как раз таки, да, слушаю. И да, и я где-то прочитал и тоже себе осознал, что вполне возможно, это какие-то пересечения, понимаешь, да, вот эти мультивселенных. То есть в одной вселенной это так, в другой так, и вдруг что-то не, нами необъяснимое произошло, что как-то мы соединились, что ли, в некоторых аспектах. Mm-hmm. То есть, ну, вообще интересно, давай продолжай. Вот, наверное, да, перед тем, как рассказать именно о примерах вот появления вот эффекта Манделы, я бы хотел рассказать о предпосылках вообще, ну, о том, конспирологических теориях, о том, которые пытаются объяснить, каким образом это как бы произошло. И вот некоторые связывают это с запуском Андронного коллайдера, и что якобы, когда запустили Андронный коллайдер, у нас существуют действительно мультивселенные, и в какой-то момент они начали перемешиваться. И то есть какие-то элементы из одной мультивселенной начали переходить в другую. Ничего себе. И люди начали замечать, как будто, вот знаешь, ну, действительно, вот я спрашиваю людей, вот если мы перейдем, например, к примерам. Да, давай вообще, ну, расскажем. У тебя есть в жизни примеры вот эффекта Манделы? Да, я читал уже эту теорию. Я думаю, у тебя, да, их масса. Ну вот первый, который мне в голову пришел, это про «Звездные войны». О, да, ну, I'm your father. Да, Люк, я твой отец. Давай объясни сначала, что это. Да, то есть смотрите, ребят, это трилогия «Звездных войн», да, самая культовая, сам Лукаса, я имею, который создал вот массу просто почитателей вот этой трилогии. Да, самый первый, я имею в виду, не переснятые сиквелы, приквелы вот эти, а именно самая первая, то есть наших 90-х годов. И как раз в ней, где главный персонаж, Энакин Скайуокер, узнает от... Да, там еще сцена такая, да, вот да, он это... что-то висит там, и вот знаешь, чуть ли не погибает. Вот да, да, Вейдер, это он уже на «Звезде смерти», то есть любители «Звездных войн» меня поймут, Энакин попал на «Звезду смерти», Палпатин приказал Вейдеру убить Энакина, и Энакин узнает, что Дарт Вейдер, это антагонист данного фильма, он является его отцом. Но, как оказалось, вот эта фраза, да, даже люди, незнакомые с этой вселенной, Люк, я твой отец, да, ее не было в этом фильме. Там в итоге, знаешь, какая была фраза? No, I'm your father. Да, вместо да. Люк, I'm your father. Да, да, Люка не было. He told me you killed him. No. I am your father. И самый прикол, что и в оригинале режиссерской версии, да, у Лукаса нету этой фразы. Нету этой фразы ни в сценарии, нигде. Но люди, которые... Да, памяти у людей есть. Именно, и люди и даже, которые... Причем у массы памяти. Именно, люди, которые даже снимали этот фильм, понимаешь, они знают, они говорят, нет, это была фраза. Люди уверены в этом на полном серьезе, то есть что... Да, есть даже вот случай, когда вот есть же, как сказать, фанаты «Звездных войн», прям вот такие, знаешь, как вот, ну, как сказать, у них есть какое-то определение. Ну ладно, вот самый жесткий фанат «Звездных войн», он говорит, я 10 раз пересмотрел кассету «Звездных войн», как могла, говорит, с кассеты пропасть вот эта фраза. Я, говорит, не могу это объяснить. Он чуть ли там не с ума сходит, хотя он говорит, я настолько фанат «Звездных войн», что я, наверное, раз 100 пересматривал этот фильм, но там эта фраза пропала, и она пропала у меня даже с кассеты, он говорит. Но это вот именно, что, понимаешь, когда масса людей, именно у них в голове запрограммирована фраза, да, «Люк, я твой отец», как вдруг она могла вот поменяться? No, никто, это I'm your father. Никто этого не может объяснить. Слушай, вот давай другой какой-нибудь случай. Мой случай, да. У меня вот из жизни очень яркий случай есть. Это вот именно случай, не помню в каком году, сейчас, секундочку. Так вот, мне надо было уточнить дату. Короче, это был 99-й год, 31 декабря. И почему вот именно вот этот эффект для меня очень важен? Потому что он прямо отпечатался в моей памяти. Вот представьте, я праздную Новый год, мы сидим с бабушкой, с дедушкой, у нее дома, родители там где-то тусуются, они меня постоянно отправляли к бабушке и дедушке. Я вообще очень часто жил у бабушки, у дедушки, и мы сидим, и просто вот для нас речь президента в то время, еще не было интернета такого, ничего не было, она для нас была очень важна. Я помню, когда вот именно была вот эта речь президента, и просто Ельцин в этот момент говорит, что он уходит. Я просто помню бабушку свою, как она расстроилась вообще.
как это было для нее важно. Для меня это было тоже важно, потому что я был ребенок, как бы я это очень сильно запомнил. И вот в моей памяти прям четко отпечаталось. Это стало культовой фразой. Это именно фраза «Я устал, я ухожу». Вы можете даже на Ютубе набрать видео «Ельцин, я устал, я ухожу». Вот, но фишка в том, что, опять же, мы сейчас с Ромой пересмотрели, мы думали, мы в этой реальности находимся, в которой сейчас новый. Да, да. И мы опять пересмотрели вот сейчас это видео. Ельцин там просто говорит «Я ухожу». То есть «Я устал, я ухожу» фразы нет. Хотя эта фраза, она повлияла на целое поколение людей, в том числе там мою бабушку, моих родителей, потому что эта именно фраза была сказана на Новый год, и она запомнилась ровно потому, что других источников информации не было. Да, если вот сейчас что-то в современном мире произойдет, знаете, в эпоху интернета, где там... Да, все сохранится миллион раз, да, и все узнают, все услышат. Я имею в виду, что ты не запомнишь это, потому что количество информации будет настолько огромное, вот, что ты просто не запомнишь, как сказать, это. А тогда не было никаких источников информации, кроме телевизора. Поэтому я очень хорошо запомнил эту фразу. И представьте мое удивление, когда я изучил эффект Манделы, узнал, что... На самом деле этой фразы-то и не было. Не было, не было, хотя она в моей голове и в голове моих знакомых. И вот, кстати, я еще, знаешь, что заметил? Что если уж... Мы предположим, что две реальности смешались. Допустим. То можно определить, кто из какой реальности. Потому что часть моих друзей, она помнит эту фразу, или у кого я ее спрашиваю, они такие... А другие рептилоиды. Нет, не рептилоиды, они просто из другой вселенной. Ну, мы же не знаем, может это... Может это рептилоиды, да? То есть смотрел «Южный парк», где там... были персонажи, переместились во вселенную Южного парка злые. То есть Картман стал супер добрый, а Кенни, Кайл и, получается, Стэн, они стали суперзлодеями. Это очень интересно, очень интересно. Вот... Слушай, про вот эту теорию, да, про Ельцина, я отдельно помню в свое время, когда для себя открыл... Фраза, да, нет, когда для себя открыл эффект Манделы, одна из первых вещей, да, которая мне высветилась, это касаемо Ельцина была. И я начал гуглить, интересоваться именно этой темой почему-то. И узнал, знаешь, что интересное? Вот возможно, возможно, что вот эта теория, она может выпасть из этого эффекта. Объясню почему. Потому что в свое время, когда у нас была очень популярная программа КВН, да, она и сейчас, в принципе, популярна. Это я слышал, да, да. Объяснение, что якобы в КВН так поступили. Да, есть одна команда из Украины, в которой как раз всем известный наш президент Украины сейчас, который сейчас руководит Украиной, он тогда был в этой команде, и он же, из его уст и была эта фраза от Зеленского, я имею в виду, то, что «я устал, я ухожу». Вот, Ром. Она есть, ее можно найти. Я знаю, да. Да, возможно? Теперь я тебе объясняю, да. Я ненавижу КВН. КВН для меня это дерьмище полное. Осуждаю. Нет, это мое мнение. Я никогда не смотрел КВН. Великолепно. Но в моей памяти всегда было это. И плюс еще, знаешь, какой у меня тезис? Что в институте мы, ну, тогда еще более-менее какой-то интернет был, там, в 2009 году. Мы еще до вот этого возникновения эффекта Манделы, скажем так, он же в 2013 году возник, мы постоянно собирались как бы в Новый год с друзьями, и вот именно это мы поздравление... Новый год собирались и шли в баню. Да. И вот именно это поздравление мы как бы смотрели постоянно. Да? Ну, я прям включал, да, я его даже на флешку записывал. Вместо, ну, там, поздравления да, там, Путина лучше или Медведева, там, я не помню, я постоянно его записывал, потому что это настолько угарно было для меня. Это угарно. Я постоянно записывал вот это поздравление, еще я помню в университетские года, что он еще так говорил, короче. Потому что КВН, из КВН это точно не могло у меня запомниться, потому что я КВН просто ненавижу, типа, я никогда не смотрел его, типа. Вот. Да, ну вот. Ладно. Еще можем примеры привести. Примеров полно. Секс в большом городе. Секс в большом городе? Ну, нет, не знаю, давай рассказывай. То, что всю жизнь нам казалось, большинству людей, да, мы же опять берем примеры вот эти. И, кстати, был какой-то сайт, посвященный эффекту Манделы, где реально производились статистические опросы.
Как вы помните? А, тот или иной, да? Тот или иной вариант. Да, и люди голосовали. И голосовали, кстати, они примерно 50 на 50. Реально? Есть, вообще, да. Прикинь, мы на 50. Вот я о чем говорю, то что половина людей, они как будто из другой реальности. Да, представляешь, в другой реальности сейчас наша половина людей и говорит, то что ни хрена там. Нет, нет. Да, Ельцин такого не говорил. Ельцин не говорил никогда. Вот в этом прикол. И, короче, Sex on the City, а в оригинале Sex and the City. And the City? Да, Sex и город. Я всегда думал, Sex and the City. Или In the City было. Да, то есть Sex in the City было, да, точно, он, я просто английский не знаю, извините. Sex in the City было, а сейчас Sex and the City. Ага. Если, то есть ты, честно, берешь в гугле Ничего Sex себе. В большом городе, то везде будет в английских как бы названиях Sex and the City. Прикол. И прикинь, это как нелогично звучит. Абсолютно. Sex и город. Слушай, нет, да. Секс в городе, да, я понимаю? Ну секс да, городе. Да, да. Секс и город, блядь, ну это вообще тупо, типа, звучит абсолютно. Ну как, нет, есть же фильм даже, вот «Карты, деньги, два ствола», ну типа это и это. Тут говорят «секс и город», там «секс, город» да. И «наркомания», допустим. Просто я общался с девчонками, которые были прям вот вообще фанатки, ну много... Ой, да, полно девчонок, да. Да, девчонки, вот если вы слушаете, напишите, как вы помните... Sex in the City или Sex and the City. Да. И вот много мне кто говорил, это вообще типа фигня какая-то. Почему Sex and the City? Я вот помню Sex in the City. Я тоже, если сейчас я помню, что in the City. Sex в большом городе, типа. Слушай, ну, а вполне возможно, что это перевод такой, да? А на самом деле, вот просто мы привыкли, секс в большом городе. У нас как-то, да, по-русски не звучит, секс и город. Нет, ну, многие же помнят вот этот логотип. Он вот стоит... я тоже помню, что да. In the City. Он же, понимаешь, ты же, когда смотришь, там же не переведенный логотип. Да, да. Если смотришь вот этот пиратский перевод, например, и там всегда логотип, он как бы, как сказать, англоязычный. Да, я бы, не, да. Я бы точно запомнил, что если бы было написано In the City, я помню, что это да. In the City, да. Да, значит, ты из моей вселенной, Роман. Ну, слава богу. Хотя бы ты из моей вселенной. Да, слушай, вот... О, а сейчас спросим, у нас есть третий человек. Сейчас. Женское мнение. Как ты помнишь англоязычное название секса в большом городе? Sex in the City или Sex and the City? In. А в оригинале Sex and the City. And. N. Sex и большой город? Да, да, да. Вот да. В секс и город. Все верно. Все, ладно. Спасибо. Вот она, значит, из нашей реальности. Да, спасибо нашему независимому эксперту. А следующий пример, вот тоже из моей жизни, он мне запомнился, этот эффект, эффект Манделы. Касаемо Людмилы Гурченко, нашей актрисы, которая... Золотое кольцо, что ли? Нет, Людмила Гурченко, это такая «Любовь и голуби». А, все, я понял. Да, да, Людк, а Людк. Это она? Деревня, вот это да, это она. Все, я понял, допер. Да, и в одном из фильмов «Золушка», если я не ошибаюсь, наш самый старых советских, когда она еще была молодой, она пела всем известную песню, которую мы поем на Новый год всей России. «5 минут, 5 минут, это много или мало?» Вот как раз в этой фразе, которую я сейчас сказал, всем известной, «Это много или мало?» Ее, ребята, этой фразы нет. А какая там фраза, подожди? Слушай, ну я... Да, вот я, мы сейчас с Пашей поставим на паузу, послушаем отдельно, чтобы он услышал. Да, давайте. Да, и я вам советую... послушать самим. Давай. Да, все примеры, которые мы рассказываем, проверять сами и пишите в комментах, что вы вообще думаете. Вот у вас прошла секунда, у нас пролетело. Ну, 3 минуты, конечно. 3 минуты, пять, да. 5 минут. Но мы посмотрели этот клип, и что, снова убедились, и я, и Паша убедился сейчас, что никакого текста много или мало нету. Но самое интересное, ребят, в этом всем, пока я сейчас искал в Ютубе, когда я набрал 5 минут... И слово «это». Вышел фараон 5 минут назад. Нет, мне дальше YouTube, знаете, вот это в поисковике предлагает предложку, да, которую люди ищут. Мне 10 предложек, где написано 5 минут – это много или мало слушать, 5 минут – это много или мало Билайн, 5 минут – это много или мало, 5 минут – много откуда, 5 минут – много или мало скачать. То есть это подтверждение... Памяти людей есть. Да, это подтверждение нашей как раз теории, что люди-то
помнит эту песню, как 5 минут это много или мало. Да, так же, как вы, если наберете Ельцин, у вас обязательно «Я устал, я ухожу». Да, самый прикол. Ельцин, я устал, будет по-любому «Я ухожу». Самый прикол, когда вот это, ну, это эффект Мандела относительно давно уже, да, ну, теория. Я помню, я смотрел какую-то мельком серию «Солдат», знаешь, такой у нас культовый, да, сериал, да, культовый сериал про жизнь в армии. И там был прапорщик Шматко, да, который... Классический, да. Ё-моё, вот этот, который, да. И в одной серии он просто такой идет и поет 5 минут, это много или мало. Понимаешь, это в голове у всех людей. В голове у людей, да. Но вы послушайте эту песню. Я, кстати, извиняюсь, это не «Золушка», я перепутал, это «Карнавальная ночь» фильм. И можете посмотреть этот фильм, можете просто в Ютубе набрать отрывок из этого фильма, где она поет эту песню. Этого текста нет. Нет, к сожалению. Переходим к следующей. То, что у меня в памяти очень сильно отразилось. Бля, эффективно. Короче, вот следующая теория. Я очень... Не теория, а пример, да? Пример, теория. Да, вот именно, который у меня тоже отпечатался в голове, потому что я в детстве очень, наверное, уже с детства увлекался конспирологией. Я очень много передач смотрел по телевизору про убийство Кеннеди. Угу. Потому что это такая загадка все-таки. Ну да, еще мало... так и никто... Ну, вроде как нашли убийцу, да, но наоборот, да, больше вопросов появилось. Мало кто знает. И очень много вот этих видео я пересмотрел, где убивают Кеннеди. И ну, ты вообще, конечно, садист. Нет, ну интересно было. Как человек убивает. И в моей памяти... всегда машина была четырехместная. Ну да. Ну, то есть вот сидела чита Кеннеди сзади, сзади, да, спереди водитель и охранник. Все верно. И когда убили, короче, Кеннеди, она полезла так назад, типа, вот. Кто она, подожди? А, жена. Жена Кеннеди, да. Она полезла назад, потому что боялась, что ее тоже пристрелят. Вот. И сейчас получается, вот я узнал, что за марка машины... Вот в нынешней реальности, скажем так, Линкольн был шестиместный. Угу. И спереди сидел водитель, охранник, сзади еще два охранника, угу. И сзади чита Кеннеди. И этот Линкольн СС 1000, по-моему, вот так называется модель. То есть шестиместный Линкольн, прикинь. Ну, а в моей памяти всегда было то, что машина была четырехместная, охранников не было. Слушай, моя память может меня подводить, но я как будто тоже помню, что четыре места там да, было. Да, четырехместная. А вот в нынешней реальности, получается, в нынешней интерпретации, скажем так, машина была шестиместная. То есть я вот все фотографии посмотрел. Так, хорошо, смотри, тогда вопрос. Вот если спереди, получается, охранник с водителем, далее два охранника, угу. И в конце сидят чита. Чита. Да, если ты говоришь, она чита. Если жена, супруга Кеннеди, полезла назад после выстрела, куда она полезла? Она хотела прям выскочить, ну, прикинь, шоковое состояние. Да, да, да. Не, я подумал, что она перелезала еще в другое кресло. Машина, она, когда убили Кеннеди, она ехала в кортеже очень медленно, потому что... Ну да, это типа парад был. Типа парад, да. Не парад, представление президента, да. Она достаточно медленно ездила, и в принципе... Там не было такой большой скорости, на которой было бы опасно даже выпрыгнуть. Uh-huh, uh-huh. В принципе, я понимаю, у нее шоковое состояние, она полезла назад, там уже подбежала охрана, но уже Кеннеди был мертв. Но вот именно в моей памяти машина была четырехместная. И вы тоже можете почитать про вот этот эффект Манделы, тоже у какой-то части людей действительно вот эти воспоминания связаны с машиной, потому что она была четырехместная, а не шестиместная. Uh-huh. Вот такой пример. Итак, ребят, поехали, а дальше... Проедемся по известным всем примерам, я думаю, с самого детства, потому что в детстве смотреть было нечего, кроме определенных смотря мультиков. Смотря в чего детство, если нас слушает школьник, как он начало там 2006 года рождения. Ну да, мы ребят, говорим про нулевые, да. Когда, да, ну были, конечно, диснеевские мультики, но основные мультики у нас были все-таки советские. Мы все выросли на советских мультиках. Один из этих мультиков... Может, даже и нынешнее поколение, я молодое, может, смотрело и помнит. Мультик, касаемый большой черепахи и львенка. То есть история. Ну, я это помню, но я, честно... Да, давай. Да, и я
Я просто помню эту фразу из детства, потому что мы часто употребляли эту фразу в школе, когда прыгали на какого-нибудь одноклассника на спину, запрыгивали и кричали фразу: «А теперь покатай меня, большая черепаха!» Да, я помню эту фразу. Чё с ней не так, Ром? Чё с ней не так? Да, ребят, этой фразы, оказывается, в мультике не было. Чё? Да, на самом деле, львёнок, можете посмотреть мультик, отрывок тоже на Ютубе легко найти. Офигеть! Я помню: «Покатай меня, большая черепаха!» Это классика реально. Да, да. А в мультике было: «Покатай, а теперь покатай меня, а?» «А теперь покатай меня, а? Эх!» Вот так, понимаешь? То есть бред какой-то. Да, вообще. Мы эту вставочку тоже попробуем сделать, да, чтобы запиши, увидели. Ром, да. Да, увидели. Ох, и... монтажа мне, конечно, предстоит. Ну ладно, это тема важная на самом деле. Мы тут решили по мультикам пройтись, и у Романа еще один пример. Да, и не только еще и фильмы, скажем, да, в одном тут из известных. Тут полночу есть, да, на да, давайте пробежимся по мультику. И, ребят, честно, не помню, как он называется, но наше поколение точно его помнит. Это мультик про волка, про волка и собаку. Да, знаете, в стилистике украинский, типа хутор такой украинский, и в нем пес, который охраняет этот хутор, к нему приходит. Его друг волк из леса, да, и они во время застолья кушают. Ну, такой, знаешь... Ну, причем он проводит волка как бы так... Беспалево, да. Потому да. что соседи, если бы увидели волка, они бы его прогнали. Причем а собака... с псом, да, еще да, и пса бы прогнали. Собака сдружилась как бы с ним, и она решила, типа, его покормить, потому что он такой дикий в лесу, и там такие сцены были, где они там под столом лазили. Да. Собака клянчила еду и отдавала ее волку. Волку, типа, да. И вот... И всеми известная крылатая фраза, которая в народ ушла, это когда волк стоит у леса, задом, как будто... Ну ты чё, есть лицом... Да, лицом... Как-то так, да? Да, лицом... Я просто не знаю эту теорию. Да, он лицом к лесу, потом поворачивается, такой: «Ну ты, если что, заходи, если что там, да, ну ты, если что, заходи». Этой фразы, ребят, тоже не было. Да, это единственная фраза, которую все люди помнят, да, из этого мультика. Использует ее. Я аж плохо стал. Да. А сам прикол, что я помню, потому что у меня родственники часть с Украины. Я эту фразу помню прекрасно, потому что я этот мультик, наверное, пересматривал раз 5 в год. Ну, да, много его смотрели. Он очень популярный был. Да. Наше поколение точно его хорошо помнит. И сам прикол, что единственная фраза, да, которую мы помним из этого мультика. Ну ты еще. Заходи. Я помню, как батёк у меня постоянно шутил. Да, ну, ты еще заходи. Крылатая фраза. Ее нет. Нет, а что она... там сейчас вместо нее? Ну, там на самом деле другая фраза. Сейчас скажу ее. Я даже ее не помню. Так мы не помним. Короче, мы посмотрели эту фразу, она отличается только на это. Не, ну ты заходи. Это, да. То есть... Да, то есть вот именно там было: «Ты это! Заходи, надеюсь, если что». Что. Да. А тут он так, вот мы посмотрели этот видос, он так нелогично говорит, как бы: «Ты заходи, если что». Что. Да. Ну, а это на самом деле, что «ну ты это», да. Очень странно, да. То есть вот именно была вот эта пауза тоже в моей памяти, типа: «Ты это! Заходи, если что». Вот так там было. Да, ну и следующая фраза, которая тоже мне запомнилась, это из фильма «Место встречи изменить нельзя». Mm-hmm. Герой фильма Жеглов в исполнении Высоцкого. От него прозвучала фраза, которая у меня в голове до сих пор, да? «Ну и рожа у тебя, Шарапов». Помню. Да, а этой тоже фразы, оказывается, в фильме нет, ребят. Если вы ценители этого фильма, ну, вы сейчас просто обалдеете, действительно. А фраза там была другая, то есть: «Ну и рожа у тебя, Володя, ну и ох, рожа». А все привыкли... А давай сейчас в оригинале попробуем посмотреть, как это было. Давай. На паузу нажмем. «Ну и рожа у тебя, Володя, ох, рожа». Опять же, вот эту вот фразу, типа: «Ну и рожа у тебя, Шарапов», она достаточно мемная, потому что у меня батёк постоянно ее повторял. Да, ну это помню. Крылатая фраза тоже. «Ну и рожа у тебя, Володя, ну что за бред?» Да. «Ох, рожа». «Ох, рожа у тебя, Володя». Никто тогда, но у нас не говорят. А то же самое, да, Высоцкий? «Ну и рожа у тебя, Шарапов». Это вообще по-другому звучит абсолютно. Именно. Вот она именно стала крылатой. Она бы не стала, знаешь, крылатой... Исходя из того, что там: «Ну и рожа у тебя, Володя». Да. Да.
Следующий пример опять мультяшный. Да, ребят, ну вот это в натуре прям пример из примеров, который вот я даю зуб, я помню, что он это говорил. Это мультик «Котенок Гав». Ну, опять же, поколение... Советский. Поколение Советский, зумеров, да, наверное, не помнят. Поколение Пепси уж точно помнит. А, где котенок, которого зовут Гав, да, и когда у него спрашивают, типа, как тебя зовут, он говорил «Гав». Ну, типа, все думают, что он озорник скалится. А, ну, суть в чем? Он познакомился с дворовым котом, более старшим, чем он, и когда он играл на чердаке, он решил спуститься вниз, на что ему черный кот сказал: «Не ходи туда, там тебя ждут неприятности». На что я вот помню, вот отчетливо, котенок сказал: «Ну как же туда не идти, ведь они же ждут». Угу. Да, а на самом деле этой фразы, ребят, не было. Он вот просто сказал: «Я пошел». «Я пошел». В оригинале. «Они меня ждут, эти неприятности. Я пошел». Для меня это просто вот, ну, удивление из удивления, вот из всех эффектов Манделы. Потому что я отчетливо это помню. Да, интересная концепция. Ну давай расскажем еще, наверное, про Горбачева. Про Хрущева, наверное. Про Хрущева, да. Да, про Кузькину мать, про, да? Который, извиняюсь, да, про Хрущева, который бил ботинком... На Генассамблее ООН, когда выступал. На Генассамблее ООН он выступал, снял ботинок, это очень известная ситуация, и бил ботинком по, как это сказать, где он стоит? Ну, трибуна. На трибуне, да, со словами. Я покажу вам Кузькину мать. Все верно. Да. В оригинале ботинка у него не было. Да, да. И вообще эта фраза тоже нет. Сейчас мы проверим, что он в оригинале сказал. Она задокументирована, но на самом деле никаких доказательств тому нет. Сейчас посмотрим, что он в оригинале сказал. Короче, посмотрел я оригинал Хрущева, и никакой Кузькиной матью там не пахнет, тем более снятым ботинком. Хотя я это очень помню, мы даже сейчас с ребятами нас 3 человека, мы все, в принципе, помним эту фразу. Но в оригинале он просто сказал, что мы покончим с колониальным рабством. И на этом его речь закончилась, и он ушел. Никаким ботинком, никакой Кузькиной матью там не пахло. Откуда эта мемная фраза взялась, вообще непонятно. Да. В этой реальности, по крайней мере. Опять же, вот такой яркий пример эффекта Манделы. Да, ребят, кто-то нам с вами пудрит мозги. И давайте, ребят, наверное, последний пример, потому что этих примеров огромное количество. Мы просто хотим все-таки уместить этот подкаст в какое-то время, а дальше вы сами изучите. Да, и последний пример, значит, он всем известный. Этот пример уже в мемы вошел, в аналоги русского интернета. А высказывание нашего бывшего президента Дмитрия Анатольевича Медведева, фраза «денег нет, ну вы держитесь». Да. Да, он когда был на каком-то выезде в Крым, да, он общался с местными жителями, да, и вроде как произнес эту фразу, ну, все мы ее знаем. То есть ему пенсионер жалуется, что пенсия очень фиговая, и он им как бы говорит: денег нет, но вы держитесь. В оригинале этой фразы нет. Абсолютно, да. Но сохранилось видео, можете это убедиться самостоятельно, спокойно. Что он там говорит в оригинале? Ну, типа, ее индексации нигде нет, мы вообще принимали, просто денег нет сейчас, вот найдем деньги, сделаем индексацию. Угу. Вы здесь держитесь, всего вам всего хорошего. Да. Будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Вот хорошего настроения фраза, и здоровья. Да. Хотя она в сознании людей запомнилась, как денег нет, да, но вы держитесь. Денег нет, это такая мемная достаточно тоже фраза. Да, и честное слово, как будто я-то помню это, я еще давно смотрел, как будто он так и сказал. Вот мне тоже так кажется. Слушай, могли вполне и нарезку сделать, и нам подсунуть, допустим, да, какой-нибудь? Могли, вот как раз давай сейчас закончим наш подкаст как раз-таки вот этим, поговорим о предпосылках вообще возникновения эффекта Манделы. И вот одна из самых распространенных теорий, это как раз теория мультивселенных, о том, что, возможно, при каких-то условиях вот эти мультивселенные смешались, и информация между ними тоже смешалась. Потому что, если мы берем, вот опять же, эту концепцию теории заговора, то примерно там 50 на 50, там 40 на 60, вот как-то так делятся показания людей. Если вот возьмем мы тестирование, вот, и люди примерно вот в таких пропорциях, они голосуют за тот или иной, за ту или иную теорию, например, Sex in the City или Sex and the City.
Угу. И это связывает, одна из теорий, это связывает с запуском андронного коллайдера и связывает с тем, что у нас из-за этого запуска смешались несколько мультивселенных, и мы сейчас находимся как бы в смешанном состоянии. То есть часть людей она находится из одной мультивселенной, часть людей из другой мультивселенной. Да, если вот попроще объяснить, вот эксперименты Европейского совета с ядерных исследований, да, в который включен как раз андронный коллайдер, с разгоном вот этих протонов до околосветных скоростей привели к образованию, могли привести к образованию сверхтяжелых частиц с повадками черных дыр, которые, грубо говоря, и служат воротами в другие измерения и наглядно демонстрирующие эффекты Мандела. Ребята, опять же, как изначально я сказал, не было этого никогда до недавних времени. До никогда не замечали этого. Люди этого, не замечали. А вдруг тут действительно большинство, очень большое количество людей, группа людей видит это, замечает. Но никому никто не придает. Хотя многие светлые умы, современники, я имею в виду, изучают этот вопрос, потому что действительно он озадачил многих людей. Значит, эти примеры и вызваны, соответственно, наложением одной реальности на другую. Другой интересный момент. В ноябре 2014 года сотрудники ЦЕРНа, то есть сотрудники андронного коллайдера, выложили видео, где работники коллайдера танцуют и веселятся под песню «We are happy». Мы счастливы, типа, в коллайдере. Студенты, профессора, инженеры пляшут и кувыркаются, пока кадр не доходит до одного пожилого сотрудника с табличками на груди. И там написано «Бонд номер один» и «Мандела». И сам он довольно показывает пальцы вверх. То есть, возможно, они действительно, ребят, там что-то начудили. Да, возможно, они просто стебутся, да. Да, и у нас сейчас какая-то происходит дичь. Еще одна, вот Паша прочитал теория появление этого эффекта Мандела. Астрологи, допустим, связывают это появление с большим звездным переходом. Ну, это, конечно, эзотерика, но подходящий к концу эры рыб сменяется более продвинутой эрой Водолея, запуская каскад трансформации духовной материи, наполняющей Вселенную. Кто-то уже типа перешел в новую реальность, а кто-то остался в старой. Поэтому воспоминания людей, живущих в разных планах бытия, могут сильно, в принципе, разниться. Получается, остались в старой реальности. Ну да, либо в другой Вселенной, то есть мы переместились. И есть еще один вариант, он мне вот, наверное, самый близкий вариант. Почему? Потому что я вот, мы уже разговаривали, да, про теорию матрицы, да? То есть, да. Эта мне теория достаточно близка, то, что мы все в виртуальной реальности. И эта теория также разделяет, как и я, Илон Маск, да? У нас наш любимый. Рубрика Илон Маск. Илон Маск даже здесь не оставил нас. Да, ну, вариант Илона Маска, соответственно, тоже заслуживает внимания. Если мы живем в симуляции, то, возможно, создатели или ведущие игроки, да, над нами, которые сидят, они могут менять эпизоды и локации, либо эффект Манделы, ну, как баг в игре, грубо говоря. То есть, поэтому, что бы там ни было, кто бы там что ни делал, но действительно это какая-то загадка для нас, для всех. Да, еще есть теория, что, возможно, это средство массовой информации. Они затирают какие-то моменты в массовой истории. Вот, как знаешь, в романе 1984 было Министерство правды, и оно создавало уже какую-то новую историю. Но эта концепция она достаточно нелогична. Потому что какая разница, там, грубо говоря, сказал там, Дарт Вейдер, Люк, I'm your father, либо он сказал, Люк, ой, либо он сказал, yes, I'm your father. Какая разница это для массовой культуры, что это меняет? Так же, как и высказывание Ельцина. То есть, действительно, вот, ну, самая, как ни крути, логичная теория, это как раз-таки теория с мультивселенными. Да. Они смешались, и поэтому воспоминания людей, они такие разные. Да. Ну вот, в принципе... Ребят, решайте, да. Вы... Решайте, пишите в комментах, во-первых. Да, в какой вы вселенной? Настоящие или переместились? Да, во-первых, пишите по поводу того, что мы уже сказали вот об этих эффектах. Возможно, как для вы вас... помните, да. Да, именно. Возможно, для всех как раз это будет типа нормальным, чтобы они все так и помнили. Да. И то есть то, что наше удивление для них это типа бред. Угу. Ну... Так что пишите, это была первая часть, наконец-то мы ее записали. Я надеюсь, сейчас все сохранится. И мы выложим эту часть, про первую часть про теорию заговора.
Да, пишите, ребят, в комментариях, может, вы какой-нибудь предложите эффект, нам интересно будет почитать. Да, или может, вы какую-нибудь предложите теорию заговора. Да. А с вами был подкаст «Радио Уроды». И с вами были Павел Пролапс и Роман Дастер. Всем пока. Всем пока, ребят. Пока. Всем пока, ребят. Пока. Всем пока, ребят. Пока. Всем пока.